Сегодня ровно в полночь в Донбассе начинает действовать режим тишины. Накануне стороны конфликта договорились о новогоднем перемирии. Подробнее о текущей ситуации в Донбассе мы рассчитываем узнать у нашего корреспондента Юлии Шустрой. Она на прямой связи со студией. Юля, здравствуйте. Расскажите, какая сейчас обстановка в регионе? Здравствуйте. Но на данный момент обстановка в регионе достаточно стабильная. Перемирие вступит в силу с 00:29 числа. То есть этой ночью уже в 00 должно начаться перемирие, режим тишины. Однако с украинской стороны заявляют, что перемирием это назвать нельзя. Это скорее его часть. Уже были сделаны соответствующие заявления. Также о готовности поддерживать перемирие на время новогодних праздников, а также рождественских праздников, подтвердили эту готовность и в Донецкой народной республики, в Луганской Народной Республике и со стороны Киева соответствующее подтверждение тоже было. Правда, договоренности достигали, опять же, непростыми путями. Первый раз со стороны Народных Республик была проявлена такая инициатива еще 19 числа текущего месяца. Однако тогда, в силу действующего военного положения на Украине, этот вопрос обсуждать отказались. Теперь же все украинские СМИ подают все это таким образом, что со стороны Украины была именно инициатива о новогоднем перемирии. В любом случае, главное, что само по себе это перемирие уже достигнуто, что оно начнет действовать. Однако стоит напомнить, что ранее более 20 раз уже подобные договоренности имели место быть, и все же они так или иначе нарушались. Официально о том, что все переговоры закончены и перемирие достигнуто, заявил официальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Полноценное, стабильное и длительное прекращение огня требует от сторон публикации соответствующих приказов, поддержания дисциплины на местах и обеспечения безопасного доступа наблюдателей ОБСЕ в рамках их полномочий. Обещания, данные жителям Востока Украины, должны быть выполнены. Мелкие нарушения все же имеют место быть каждый день. Только вчера в Луганской Народной Республике было зафиксировано 4 нарушения. Это согласно основным минским договоренностям. Были небольшие обстрелы, обошлось без жертв и серьезных повреждений инфраструктуры. Также подобные мелкие нарушения имеют место быть каждый день практически и здесь, в Донецкой Народной Республике. Сейчас все надеются на то, что хотя бы на время Нового года все это будет в более спокойном режиме. Однако никто не отменял и боевых дежурств на границах и на линии соприкосновения на все время праздников. Мария. Да, спасибо, Юля. На прямой связи была наш корреспондент Юлия Шустрая.